четвертый раз. Первый раз мы открылись в 2011 году. И слово для приветствия я предоставляю начальнику отдела культуры Максимовой Ирине Владимировне. Здравствуйте, уважаемые друзья. Разрешите еще раз вас поприветствовать на территории Верхесецкого района. Я очень рада, что на нашем открытом конкурсе четвертом, очень весеннем, я бы сказала, конкурсе «Первоцвет» так много участников. Я хочу пожелать всем успехов, заранее поблагодарить наше замечательное жюри за работу. Я думаю, что оно будет справедливым у нас, как всегда. Не волнуйтесь, все участники талантливые, замечательные. Всем успехов. Спасибо большое. Так, ну а мы продолжаем. Позвольте представить компетентное жюри. Итак, старший преподаватель Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, преподавателя Уральского музыкального колледжа Наталья Юрьевна Голубина. Кафедра теории истории музыки и музыкального исполнительства Института музыкального и художественного образования Трутов Александр Иванович. Доцент кафедры теории истории музыки и музыкального исполнительства Института музыкального и художественного образования, кандидат педагогических наук Смирнова Ирина Леонидовна. Мы начинаем. Добрый путь. Пожалуйста. Начинаем четвертый открытый конкурс юных пианистов «Первоцвет». Номинация «Соло». Младшая возрастная группа 7 лет. Приглашаем на сцену Кедровских Андрея, Черни Гермес, первая тетрадь, этюд номер 15, Майкопар, Тихое утро и Разоренок, два петуха. Выключите, пожалуйста, все телефоны, огромная просьба. Thank you.
Норберг Агата, Черни Гермер, этюд номер 23, Ковалевский клоуны и Чайковский новая подгон. Thank you.
Гернер, вторая тетрадь, этюд номер один, Чайковский, мазурка, Кабалевский, Клоун. Thank you.
мальчиков из Бонн, этюд сочинение 66, номер 17, сорок Thank you.
наградах «Танец медвежат», «Личининов в разлуке», «Геркович» и «Дюбля минор». Thank you.
исключением Буратино, Мейкопарк, Тарантелло. Thank you.
объявляется перерыв 20 минут. Вторая младшая группа, 9 лет. Бондаренко Виолетта, Лак и Тютер мажор, Гладковский маленькая танцовщица, Шостакович танец из цикла «Танцы фитов». Thank you.
Thank you.
задумчивый вальс «Щеловские воронежи». Thank you.
Thank you.
Шамов с Керца. Thank you.
исключение 112 номер 11 Парфенов Белочка, Черни Гермер и 132 тетради номер 9. Thank you.
Thank you.
Семь слов. Thank you.
сейчас, сейчас начинается концерт, в это время жюри обсуждает, да, итоги, и затем объявление победителя. Уважаемая публика, сейчас перед вами выступят воспитанники Уральского музыкального колледжа и Уральской государственной консерватории. В стране нашей 8 штук. Выступает ученик 3 класса Давид Хачатрян, преподаватель Куценко Лариса Анатольевна. Глинка, вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровные». Thank you.
Участников небольшие подарочки. Сейчас Надежда Константиновна сбегает. Я просто забыла взять. А сейчас на сцену приглашается Ирина Гулина, ученица Скворцовой Нины Александровны, и сыграет нам Ирина две сказки старой бабушки композитора Прокофьева. Шестой класс. Thank you.
Учится ученик 6 класса Александр Валов. Преподаватель Голдобина Наталья Юрьевна. Лист «Концертный этюд» ре бемоль мажор. Thank you.
ученица 7 класса Алиса Судакова. Преподаватель Алле Мира Исаевна. Алиса нам сыграет два произведения Прокофьева. Первое – «Галлон». Нет, первое – «Прелюдия». Thank you.
ученица 7 класса, преподаватель Скворцова Нина Александровна. Прокофьев Ригадон. Thank you.
Thank you.
нашего концерта перед вами выступит фортепианный квартет, то есть ансамбль 8 рук. В составе ученица 5 класса Елизавета Глухова, ученица 5 класса Полина Солодова, ученица 6 класса Екатерина Горностаева, ученица 7 класса Евгения Поволоцкая, преподаватель Герлах Александрина Германовна. И прозвучат вальс из оперы «Война и мир» Прокофьева и Прокофьева же «Поезд» из оркестровой сюиты «Зимний костер». Thank you.
участников, всех педагогов, всех родителей с таким интересным, нестандартным конкурсом, что не только было исполнение музыкального произведения, но еще и, так сказать, да, художественная и поэтическая какая-то иллюстрация, оформление, ассоциация, которая, в общем, то как раз, что и нужно в конечном итоге, это синтез, слияние вот этих вот жанров искусств. Что, в общем, в целом молодцы. В целом молодцы, но, конечно, различия кое-какие есть, сейчас я их подложу. По порядку, да, все? Да, по порядку. Кедровский Андрей. Лауреат третьей степени. Нордберг Агата. Лауреат второй степени. Мухтахутдинов Максимилиан. Дипломант. Васильев Никита. Лауреат третьей степени. Запретилина Ника. Лауреат второй степени. Лансина Дарья. Лауреат первой степени и специальный диплом. Специальный диплом вот как раз за оформление своей... За целостное оформление. И, в общем-то, творческий подход, потому что это было собственного сочинения. Марачев Григорий. Гран-при и специальный диплом. Фатюта Таисия. Лауреат второй степени. Коваль Анастасия. Лауреат второй степени. Зверит Екатерина. Лауреат третьей степени. Каушканова Виктория. Дипломант. Лебедева Александра. Лауреат второй степени. Кудагенова Мария. Лауреат первой степени. Бондаренко Виолетта. Лауреат первой степени. Иванова Полина. Лауреат третьей степени. Селиванова Елизавета. Дипломант. Вайсман Михаил. Лауреат второй степени. Синкова Мирослава. Дипломант. Кохолева Наталья, лауреат второй степени. Крестьянкин Никита, лауреат третьей степени. Макшакова Полина, лауреат третьей степени. Грин Анита, лауреат второй степени, специальный диплом. Бедулина Анна, лауреат второй степени. Милена. Дипломант. Чебыкина Ирина, лауреат первой степени и специальный диплом. Кривоногова Олеся, лауреат первой степени. Санатина Анастасия, лауреат второй степени, специальный диплом. Манухин Александр, лауреат первой степени. Номинация фортепианный ансамбль. Королев Андрей, Моисеева Вероника, лауреат второй степени. Кордонова Варвара и Зайков. Всеволод, лауреаты второй степени. Финогенова Мария и Хохолева Наталья, лауреаты первой степени. Кравцова Виктория, Сергеев Михаил, лауреаты третьей степени. Спасибо.
сообщила. Да.